Сегодня мы поговорим про разные модели Birkin. И вопрос будет один на повестке дня. Имеет ли значение размер? У нас представлено три модели. Это Birkin 35 размера, Birkin 30 и Birkin 25, самого маленького. Естественно, есть модели 40 размера и далее, но я решил сравнить эти три модели, потому что это самые популярные. Начнем, пожалуй, с размера 35. Эта модель была... Именно в этом размере модель Birkin была создана впервые, то есть она является эталонным размером. Чуть позже создавались остальные 30 и 25. Так вот, остановимся поподробнее на 35 размере. Это максимально универсальный размер, с которым вы можете ходить ежедневно, при этом в него вмещается куча всего. Он удобный, вместительный, и это основной его плюс, то что он вместительный. Размер 30, он что-то среднее между вечерним выходом и ежедневным. То есть, как я всегда говорю своим клиентам, плюс этого размера, то, что вы можете спокойно идти на вечернее мероприятие с Birkin 30 и будете выглядеть уместно, в отличие от 35, ну, это немного спорно. И, соответственно, она достаточно вместительная, что можно ее использовать каждый день. Birkin 25, малышка Birkin 25, она очень популярна в азиатских странах, потому что девушки там более миниатюрные, и с ними этот размер смотрится очень органично. Мне кажется, что наиболее подходящей она будет на каком-то вечернем мероприятии, потому что она довольно-таки невместительная, но при этом очень элегантная, миниатюрная, и классно подчеркнет ваш вечерний наряд. Я долго думал, как же мне вам показать вместительность этих сумок, и думаю, что самым оптимальным будет, это если я возьму журнал А4 и покажу, как он вмещается, чтобы вы на примере него могли понять, какая же все-таки сумка по габаритам, потому что на фоне меня они все смотрятся достаточно миниатюрными, потому что я 1,90 м. Так вот, начнем с Birkin 35. На самом деле это относительно популярная модель, потому что многие носят Birkin ежедневно и хотят, чтобы она была вместительная, удобная, открытая. Вот, пожалуйста, журнал А4. Вертикально он чуть-чуть выпирает. Соответственно, если его положить горизонтально, то он абсолютно вмещается. Тут еще куча всего может влезть. Его удобно носить как на руке у девушки. Ну, то есть, соответственно, на руке девушки это будет по-другому смотреться. Так и просто куда-то кинув там в машину, это все органично смотрится, супер. Теперь переходим к 30-й модели. 30-я модель, она более миниатюрная, можете увидеть сравнение. И я вам сейчас покажу на примере журнала А4, насколько она вместительна. Вот так примерно это будет выглядеть. То есть, если у вас с собой какие-то документы, вам что-то нужно перенести, или вы купили там свежий номер Vogue, то он будет выглядеть вот так, примерно из сумки торчать. Горизонтально уже не получится спокойно его вместить. То есть, это, ну, нет, горизонтально не получается. Попробуем это сделать в 25-м размере. На самом деле, это будет, мне кажется, немного комично уже выглядеть, но чтобы вы понимали для сравнения. Ну, то есть, вот так. Ну, понимаете, да? То есть, это больше для какой-то косметички маленькой, вашего телефона и, пожалуй, духов, может быть, и все. То есть, сумка на каждый, как сумка на каждый день, это не очень удобно. И поскольку, в отличие от Келли, у Birkin нету ремешка на плечо, соответственно, эту сумку вы можете носить только так. То есть сюда уже сложно продеть свою руку, только если она очень-очень-очень-очень худенькая. И, соответственно, эту можно еще носить на руке. Эту вполне комфортно можно носить на руке. Соответственно, Birkin 25 носит только так. Вот. Поэтому многим она кажется не совсем удобной. Но, опять же, на вечернее мероприятие, мне кажется, это супер стильно и классно будет смотреться. Чтобы вам было еще более понятно, как это смотрится в руках в комплекции девушки, Ульяна нам покажет, как это выглядит на ней. То есть, соответственно, в пропорциях, как это будет смотреться у вас, у прекрасных девушек.
Итак, подытожим, что мы выяснили. Birkin 35 сумка актуальная для ежедневных походов. Она просто супер вместительная, супер комфортная, просто идеальная для ежедневного ношения. Birkin 30 – это компромисс между большой ежедневной сумкой и маленькой на вечернее мероприятие, которая достаточно вместительная, чтобы ходить с ней каждый день, но при этом достаточно компактная, чтобы элегантно смотреться с вечерним платьем. И Birkin 25 – это компактная крошка, которая будет идеально смотреться на вечернем мероприятии. Да, она недостаточно вместительная, но для вечернего мероприятия в нее влезет все, что нужно. Надеюсь, этот обзор вам был полезен. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой размер вам кажется больше всего подойдет. 35, 30 или же 25? Интересно узнать. Пишите.